Это звучит очень пафосно, но вот эта дорога, которая прямо на глазах заваливает, это как наука. Тебе сначала кажется, что вот она, прямая красивая дорога, и понятно, куда дальше двигаться, а потом бах, и молоко. И ты вообще ничего не видишь. Мы микробиологи. Здравствуйте. Когда у нас нет айрана, мы заквашиваем медью. То есть они бросают медь, чтобы молоко скисло. Вот это что это значит? После того, как мы сделали самое первое разведение в пробирке, вот уже в этой пробирке ноль клеток. Так не может быть. Есть где-то ошибка проскакивает, которую мы сейчас просто не видим. А есть вероятность того, что это, например, не знаю что? Вполне. Обыватель создается впечатление, что мы все понимаем. А на самом деле, ну, понятно, что ничего не понятно.